Сколько в тебе сейчас килограммов живого веса? Было где-то около 110, сейчас где-то 102. А надо тебе? Ну, вообще, говоря, что как по росту, то надо, типа, 95 килограммов. Рост 1,95 м. 1,94 м, ну, так, чтобы цифра была соответствующая. То есть, я добавил. Цифра была соответствующая, да, и символическая, то 95. Ну, я пока не могу. Я представляю, что если я скину еще 7 килограммов, я буду выглядеть дрыщом. Мне это не нравится. Я дрыщом прожил половину своей жизни. А умереть хочу красавцем. Я хочу красавцем умереть. Со вторым подбородком красивым. Что, люди все пишут: ой, Женя, поправился. Ой, хорэ жрать. Ну, это хорошо. Ну, следите за собой, ребята. Следи за собой. Женя живет в кайф. Женя живет в кайф. Женя получает кайф от жизни. Женя любит жизнь. Женя любит семью, работу, страну, собаку, как в известной песне. Ну вот, поэтому... В кого у тебя такой рост? Ну, высокий рост ведь? Ну, да, высокий. И баскетболом ты не занимался? Ой. Не, не занимался. Не занимался баскетболом. Ну, как не занимался? В школе там бегал. Все детали вываливаются. Из меня вываливается деталь. Ты меня спросил, про сколько у меня сейчас живого веса? Я тебе сказал 102. Сейчас отвалилась 101. Деталь. Уже 101. Да. Баскетболом я не занимался. Ну, в школе так, как обычно, там бегали. Там в лагере, в оздоровительном. Хорошо, вот, хоть в оздоровительном. В оздоровительном, да. В оздоровительном. Only.